Да подожди, блядь, я хоть в сторону встану. Короче, еду я домой. И тут, блядь, смотрю, горит фура, блядь. Короче, у нее такой факел пердолил. Так дым шел там такой. Подожди, все, что-то опять удымил. Это самое. Короче, валил дым такой, блядь. У меня аж в салоне воняло. Вон, посмотри, что творится. Вон, вверх посмотри. Ну, наверное, или турбина погнала масло. Может, у тебя забился какой-то этот. Короче, передавай привет подписчикам. Короче, прибежал я с огнетушителем, блядь, Дубину. А ты свой вылил, типа, да? Не хватило? Мою еще не увезли. Не, ну что-то все равно дымит сильно. Посмотри, какой дым идет. Я говорю, дымит сильно. Еще. И машина вроде неплохая. Ну валит, видишь, он валит дым какой. Короче, блин, аж руки трясутся, ну. Горело. Когда он остановился, уже не так сильно, ну. Ну шо? Я до следующего светофора еще еду, а дальше налево уезжаю. Так а что земели твои не выбежали, блин, эти? Вот это, блядь, солидарность, никто не выскочил. Ну хорошо хоть гудели, хорошо хоть ты среагировал, а не дальше пиздячил. Опять пошло? Ты, может, на месте постой, погазуй, блядь. Возьми, дай обороты, там, 1000-2, и на месте погазуй. Если что, глуши и потушим, блядь. Короче, если бы не загудели, если бы не потушили, могла сгореть тачка. Возите с собой порошковые, лучше в большом объеме, потому что у пацана реально, он там пшикнул и все, у него кончился огнетушитель. Ладно, всем ни пуха, ни пера, удачи на дорогах.